Светом во тьме беспросветной была для меня ты. Радуга счастья моя озаряла мечты. Где ты, Делайла? Вечером лунным кому улыбаешься ты? О, моя Делайла, где же ты? Тот, кто руками касался горячего сердца, будут ему до конца своей жизни верны. Ты разлюбила, я умираю в холодном сиянии. О, моя!
Колькасці мастацкіх, анімацыйных, дакументальных карцінаў у адзнятых зборных і сольных імпрэзах, у тэлеперадачах, а яшчэ ў так званых фільмах-канцэртах. Першы з іх датуецца 1971 годам. Для многіх тагачасных гледачоў фільм, які называўся папросту «Песняры», стаў не меншым шокам, чым запісы «Бітлз». Першы маштабны фільм пра мулявінскі ансамбль зняў рэжысэр Уладзімір Арлоў. Варта сказаць, што спадар Арлоў у маладосці граў у неафіцыйных джаз-бэндах «Гародні» і «Менску», стыляжнічаў. У 60-х годах писал тексты до эстрадных песен, на вот у першей программе «Песняру» мелся твор на слово Орлова и музыку Грышмана «Трубачи». Я много-много лет не видел этот фильм, а вот где-то лет 5 назад я его пересмотрел, вы знаете, не стыдно. Без компьютера оно сделано было очень интересно. Подрыхтовчий процесс распачался уже у листопаде 70-го, а сами сдымки отбылися у студени 71-го году за 10 дён. У павільёне «Беларусьфільму» была збудавана сцэна амаль пад столь у выглядзе батлейкі старадаўняга народнага тэатру лялек. Концепцию раскрывает режиссер Владимир Орлов. Идею вот этой батлейки это придумал Женя Игнатьев, художник беларусьфильмовский. И песни о любви пелись, так сказать, на верхнем этаже, как бы райские такие песни. Средний этаж это были песни всякие бытовые, а внизу это были уже такие песни шуточные, сатирические, типа «Заболела моя головонька» там и так далее. Тлумачение, что такое батлейка, дается на самом початку фильму. Эпизод сдымался у музея театрального мастацтва ў Москве. У кадры сапраўдная беларуская аўтэнтычная батлейка. Між іншым, экскурсавода грае жонка расійскага актора Ільва Дурова, і ён таксама з'яўляецца ў кадры. Он іграў такого пасетителя, который этой батлейкай заінтересавался, і когда экскурсавод павела экскурсію дальше, он начал эти фігуркі трогаць, і они как бы под его руками все оживали. То есть это как бы было его видение, что могло произойти, как это происходило музыкально вот в этой батлейке. Как бы вот такая привязка была. Візуальнае вырашэнне кожнай песні у фільме-канцэрце «Песняры» два Уладзіміры, Арлоў і Мулявін, выдумлялі як асобную навелу. Так з'явілася брычка, сабраная з барабаннай установкі, характэрная гітарная касавіца, група манекеншчыцаў і 3 сотні свечак. Купаленку мы снимали, был у нас стеклянный пол, и одновременно зажигались 300 свечей, и вот там вот эти девичьи хороводы, размноженные, размытые линзой вокруг песняров. Вот это вот все, сейчас я смотрю, думаю, слушай, это же без цифры, но так это лихо вообще-то было снято, придумано все. В перерывах они пели битловские всякие песни. И когда только у меня шла там перестановка кадра, перестановка света, со всех павильонов сбегались люди, которые там работали, строили декорации в других павильонах, для того, чтобы послушать песняров, значит, вот как они битлов. Тогда же это все под запретом было. Много человеку в жизни надобно, задаю всегда один вопрос. Многие получше жить и рады, но ведь не на все работы в жизни равный спрос. Оплаты, оплата, напеваю, ла-ла-ла, напевя свой. Оплаты, оплата, не желаю, для себя судьбы не ноль. Вот возьмем студента или рабочего, он явиться должен точно в срок. Я же прихожу, когда мне хочется, и открываю для торговли свой лоток. Оплаты, оплата, напеваю, ла-ла-ла, напев я свой. Оплаты, оплата, желаю для себя службы иной.
I'm